Привет всем! Сегодня будем готовить шашлыки из сырых яиц со скорлупой. Ребята, интересное блюдо. Вот здесь вот курятник у меня. Сейчас нам надо с вами взять яички. Вот в таком они виде. Здесь в гнездах лежат. Сейчас возьмем и пойдем готовить. Подожгли угли, они не горят. Теперь воспользуемся вентилятором. Раздуем и начнем готовить. Пока наши угли раздуваются, почти готовы, положим шампурики наши, пусть они раскаляются. Шампурики раскаленные берем в попочку, не с передней части, а с другой. И начинаем протыкать. Берем следующее яичко, также в попочку. На мангал. Следующий то же самое. В попочку. Следующее. И на мангал. И начинаем готовить. Свежие яички прям только что с гнезда, сами видели. Будет вообще обалденное витаминное блюдо. Готовим. Где-то в районе 5-7 минут будем готовить. Посмотрим, от жара углей все зависит. Прошло в районе 7 минут, ребята, они уже практически готовы. Они вот в данный момент, вот эта сторона, она в смятку. Вот это уже более-менее вкрутую. Если хотите смятку, можно уже снимать. Если нет, ну, можно еще подержать, я еще подержу. Шашлык из яичек готов, идем дегустировать. Пришло время дегустировать шашлык. Сейчас будем пробовать. Сейчас разобью скорлупу нашу. Это получается, запекли в керамике. Это же керамика, как бы никак не была, но все равно же керамика. Сейчас очищу и будем пробовать. Не стал специально с шампура снимать, чтобы красиво было. Оно с шампура всегда вкусно и красиво. Если бы, конечно, домой бы я понес бы, я уже снимал. Ребят, чистится очень плохо свои яички, сами знаете, что они очень плохо чистятся. Если были покупные, они очень быстро почистились бы. И в итоге, ну, чуть-чуть по-другому все. Но домашние, они всегда приятнее, сами знаете. Много витамин. Сейчас для вкусноты добавлю я майонезика. Пробуем. Ребят, что я могу сказать? Печеные яички в керамике, в собственной упаковке. Это, я не знаю. Ребят, попробуйте. Не понравится, это ерунда, копеечное дело. Но восторга очень много. Если вот детям или еще кому-то, или гостям, удивите очень сильно. Ребят, кому был полезен рецепт, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.